времени суток, уважаемые подписчики. Вот продаю такой станок, по сути, бизнес под ключ. То есть станок по изготовлению 98% всех видов ключей. Он изготавливает этот комбайн станок. Венсинг называется 100Е1. Оригинал. Это хорошее, довольно хорошее оборудование, надежное. На нем работали очень мало, практически не работали. Все фрезы, вот они, смотрите, они все целенькие, все ровненькое. Здесь три вариации ключей, то есть это английские, тут и квартирные, и автомобильные, и финские можно ключи изготавливать. Флажковые, так называемые, тоже, да, можно изготавливать ключи. Станок полностью исправный, рабочий. И дополнительно к нему продается еще набор всех видов ходовых ключей. Все вы дальше увидите, и ключи увидите. И сейчас я вам продемонстрирую, как работает этот станок. Мы изготовим один ключ. У нас есть заказ. Человек пришел сейчас, заказал ключ. Вот я его изготовлю. Английская версия ключа. Вы увидите, как она получается изготовление. Вот, мы установили сюда образец ключа, а здесь заготовка ключа. Проверяем, чтобы она совпадала по рисунку. То есть вот она. Все, высота одинаковая. Все. Запускаем станок. И начинаем пилить его. Прошли один раз, надо проверить, чтобы не было заусенцев. Еще раз проходим финальный. Еще есть какие-то прикосновения. Все, изымаем ключ и проходим сюда, снимаем наждачки, убираем заусенцы. Все, снимаем ключики, смотрим, ключ должен быть идентичным. По рисунку, по всем он должен быть идентичным. Вот он, идентичный ключ. Все, работа закончена. Так быстро можно на этом станке сделать ключ и заработать на этом 10-15 рублей. Вот модель станка, оригинал, полностью комплект, то есть все 98% ключей, которые приносят, можно делать три вида. Раз, два. Это съемная установка. Финские ключи можно делать тут. И простые, квартирные, автомобильные. Ну, все английские ключи можно делать. Такой хороший станочек.
Все в исправном состоянии, полностью исправно. Есть отсюда светоотражатель для люстры, все ключи, все работает. А также еще набор ключей самых ходовых моделей, которые чаще всего приносят люди на ремонт. Все это за ту сумму, которая указана ниже в описании, в объявлении. Поэтому звоните, пишите, покупайте и зарабатывайте. Будет хороший для вас бизнес, который приносит большие дивиденды. При затрате там рубль, заготовка, ключ, заготовка рубля, ключа стоит рубль, а вы его потом по факту продаете 10, 12, 15, ну кто как хочет, от 10 минимум, то есть 1000% на ключе вы зарабатываете. Вот такой хороший вид заработка. Дополнительно к станку идет набор ключей самых ходовых моделей, которые люди спрашивают на изготовление дубликатов. Все самые ходовые. Английские все виды, а также квартирные есть ключи, есть даже флажковые ключи, есть даже финские ключи. Вот есть самые ходовые. То есть из этой заготовки все ключи, из этой одной заготовки можно сделать все виды ключей, даже короткие. Ну, вот такого плана. Поэтому дополнительно это готовый бизнес. Я продаю, по сути, готовый бизнес. Вот. В гараже часто ключи такие. Ну вот. Здесь от сундучков и от сейфов, все, много чего. То есть эти ключи, заготовки все идут для того, чтобы вот просто вы купите и будете иметь сразу готовый бизнес. То есть станок и ключи, и вам ничего не нужно больше покупать. Делаете объявление и начинаете зарабатывать. Доход хороший, высокий, процентное соотношение очень большое. Самый дешевый ключ из этого набора стоит 10 рублей. Вот, к примеру, флажковый ключ можно и за 15, даже 18 рублей продать спокойно. Да? Даже вот такой вот самый большой, 20 рублей. То есть, вот такой вот за 15-18 можно продать. Ну, все зависит от ваших возможностей и конкуренции. Если в вашем населенном пункте вообще никто не занимается, то вы можете и по 20 рублей таких ключей продавать, потому что людей альтернативы никакой не будет. Они в любом случае обратятся к вам. Чем ехать в ближайший город, платить за это еще за бензин искать или за билет на автобусе. То есть никто этим заниматься не будет, он обратится просто к вам. И вы будете зарабатывать стабильно, имея хороший стабильный доход. Сейчас можно в Беларуси работать по этому виду деятельности, не открывая ИП, а быть как самозанятый, платить 10% по приложению и все спокойно, 10% от прибыли. То есть вот 10 рублей вы получили за ключ, рубль заплатили налога, 9 рублей это ваш чистый доход. Вот, пожалуйста, хороший, надежный бизнес. А ключей в день можно делать и 20, и 30, и 40 штук. Вообще, а можно 10 штук делать. Все зависит от того, как вы захотите работать и сколько у вас будет свободного времени. Поэтому покупайте станочек, набор ключей. Это недорого, я отдаю символические деньги. Лишь потому, что у меня есть основное направление, которым я занимаюсь. И поэтому я хочу больше тратить время на него. Потому что это для меня более так образующе. Финансово образующей моей семье. Поэтому вот таким образом. Ну а подписчикам подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии. И до скорых встреч.